Всем привет, друзья! Приветствую вас всех на своем канале. И сегодня у нас обзор покупок. Сегодня опять ездила сверяться по свету за электроэнергию. У меня там большая переплата, уже говорила вам. Ну и пробежалась. В основном покупала все на рынке, так как в супермаркет у меня не хватило время. По супермаркетам очередя офигеть какие. Да и на рынке тоже. Ничего не хотела покупать. Но разве можно быть среди товаров, ничего не обозреть и ничего не купить? Хотела поснимать, но народу столько, и уже закупилась. Куда с сумками? Я одна была. Все, собираюсь поснимать по рынку. Так. Цены какие помню, какие нет, ребята. Ну, в общем, вот это все 6 с чем-то там тысяч. Плюс почти у меня 1000 оплата. Я за интернет еще заплатила, потом еще заплатила за... госпошлину за... что сейчас сказать? За свидетельство о рождении мое. Понадобилось мне свидетельство о рождении. А мне сказали в паспортном столе, что уже не существует такого населенного пункта, где я родилась. Не, он то есть, но он называется по-другому. Ну и заставили переделывать. А переделать это деньги ж оплатила. Сегодня котики мои со мной тут. Тихо сидят вот потихонечку. Ну, это. Там еще у меня продукты, у меня просто это не влезло. Ну, там такое, что ничего страшного, никто не съест его. Я потом вторую серию вам сниму, покажу еще, что же я купила. Ну, вот именно за вот это получилось у меня 6 тысяч. Вместе с оплатой, ну, оплата 1000. Дорого все. Вот кофе. О, Асяня. Асяня, привет. Блогерский кот. Сразу умываться, не при делах он. И он такой у меня с первых моих видео любил обзоры покупок. Прятаться любит. Молодец. Вот. Воровать, если что, там вдруг. Асяня, ты это не будешь. Я сейчас тебе дам, глянь. Ты нормальный? Чай тебе не надо, ты его не будешь. На чаи перешел уже. Ты неуменяемый кот. Итак, ребята. Вот. Чай. Тигр. Ну, не знаю, из множества всяких чаев сейчас предпочитаю именно вот этот. Пакетированный Куртис. Но он у меня есть, я не покупала его. Так, кофе 3 в 1. И такой кофе. Бойня уже идет. Что это такое, ребята? Ведите себя прилично. Никуда от меня. Асяня. Сайка, сайка-лейка, ребята. Что я могу сказать? Ой, мои котята дорогие. Ну вот за кофе я рассказала, за чай. Больше 600 рублей это стоит. Эти 3 пакета. Потом. Вот взяла такую щечку, гляньте, красивую. Мясную. Щечку. Это рулет свиной
Вот это вот свиной. Это красивая такая. Тоже, ну, сало, оно не сало называется, как-то по-другому. Надеюсь, что это будет вкусно, конечно. Что вы там делаете, ребята? Так, что, ага, сало показывала. Вот кореечка, гляньте, какая красивая. Вообще. Варенка, колбаса. Колбаса, варенка с салом. Куда? И куриный рулет. Так, это колбаски фермерские. Муж мой предпочитает их, любит и на работу берет, на тормозки. А вот, ребята, я купила домашнюю колбаску. Но я ее раскрывать не буду. Возьму посвятить церковь на Пасху. Рано купила. Почему? Потому что в прошлом году я ее перед Пасхой просто не нашла. А так достану еще в микроволновочке ее. Красиво зажарю и будет вообще очень вкусно. Дороговатенько, конечно, но... Так, купила себе мороженое, вот оно. Фруктовое в шоколаде. И два простых вот каких-то там. И сахар. Сахар 110 рублей, ребята. Купила мандаринки 4 штуки себе. Я по 4, конечно, не беру, но последний раз я взяла, и я была не в восторге. Уже, видимо, сезон заканчивается, и суховатенькие были мандарины. Как бы 180 рублей. Так я по 2 штучки взяла себе. Муж у меня не ест, ему что они есть, что нету. Может там, конечно, когда там, но редко. Взяла редис. Полкило. Так, редис сегодня по 120 рублей я взяла. Два огурца и зелень. За два огурца, за зелень и 4 мандаринки я заплатила почти 400 рублей. Ну вот так вот. Это еще не все покупки, потому что это не влезло бы сюда мое. Я сделаю вам вторую серию, показать, что я еще купила. Ну, уже там, ну как, более такое, что там мясо чуть-чуть брала, то всякие там макаронные изделия покажу во второй серии. Если вам интересно. Я сама люблю смотреть у людей обзоры покупок, потому что бывает что-то такое попадается, что ты до этого как бы не покупал его, не знал. Сейчас всего полно. Всего сразу не охватишь. А глядишь, кто-то купил, похвалил, думаешь, о, нужно себе купить, попробовать. Ребята, у нас продуктов валом. Дефицита продуктов нет. Были бы только деньги. Что только нету. А, купила спред вот на выпечку. Одну пачку взяла, мне хватит пока. Так, хватит воровать, ребята. Что там чай этот, в чем он, что...